Привет, меня зовут Илья Сыч. Сегодня я адаптировал для тебя новое видео. Обязательно поставь ему лайк и подписывайся на мой YouTube канал, если ты попал сюда впервые. Я еженедельно снимаю новые видео про развитие, про саморазвитие, поэтому уверен, тебе тут понравится. Пиши обратную связь в комментариях, она очень ценна для меня, и смотри ролик до самого конца. Поехали! Нет у тебя депрессии, не выдумывай. Тебе грустно. Депрессия. Думаешь, что никогда больше не будешь радоваться? Но это не так. Это видео создано для всех, у кого в жизни сейчас тяжелый период. Ты не в депрессии. Перестань утверждать обратное. Не спешите злиться и писать злостные комменты вроде «Да что ты можешь знать про мою депрессию?». Но не спешите защищать то, что является причиной страданий. Давайте откровенно. Может быть, ты переживаешь депрессию прямо сейчас, но ты не в депрессии. И я объясню почему. Эта деталь, если вы ее запомните, изменит вашу жизнь навсегда. Готовы? Итак, ты прекрасное небо. А депрессия, разочарование, грусть – просто пролетающие облака. Они приходят и уходят. Одни черные, другие белые. Иногда они появляются каплями в небе, частично его закрывая. А иногда они полностью заполняют его собой. Но в любом случае они приходят и уходят, потому что они не небо. Небо – это вы. И если разочарование, грусть, депрессия были бы тобой, то когда они бы уходили, ты бы шел за ними. Но так не происходит, не так ли? Ты всегда здесь. Ты то, перед чем появляются эти вещи. Эта депрессия проходит сквозь тебя, но ты не погружаешься в нее. Представь, что этот пульт – депрессия. Итак, если ты и есть эта депрессия в виде пульта, вот она есть, а сейчас нет. Опять есть и снова нет. Мы прятали и доставали пульт. Но ты неизменно был здесь. Большие проблемы готовы обрушиться на любого, кто начинает осознавать депрессию как часть себя. Никогда не определяй приходящее и уходящее как часть себя. А теперь поставь видео на паузу и дай себе время осознать эту информацию. Это важно. Как сказал кто-то из великих, перед озарением я был в депрессии. После озарения все еще в депрессии, но все изменилось. Я больше не объединяю себя и ее. Я понял, что она не часть меня. Я наблюдал за ней, позволил ей прийти и уйти, не сопротивлялся. Это настоящая свобода, правда. Ты выше всего, что приходит и уходит. Спасибо за то, что досмотрел это видео до конца. Обязательно поставь лайк и пиши комментарии внизу. Это поможет видео органически продвигаться, и таким образом его увидят еще больше людей. Также отправь ссылку на данное видео своему другу. Это очень сильно поможет продвижению моему YouTube каналу, и я уверен, друг будет тебе благодарен. В любом случае, спасибо за то, что досмотрел это видео до конца. Увидимся в следующих видео. Обязательно посмотри вот эти два видео, они тебе точно понравятся. На сегодня это все. Пока!